26 ноября Тува примет участие в третьем всероссийском географическом диктанте. В этом году в написании диктанта примут участие страны ближнего и дальнего зарубежья. Также в этом году география Тувы расширена еще на 8 площадок 8 районов. В том числе в качестве отдельной региональной площадки зарегистрировалось Кызылское президентское кадетское училище. Таким образом, в текущем году Тувинским республиканским отделением совместно с Министерством образования и науки республики организовано 20 региональных площадок с планируемым охватом участников около 2000 человек. Чтобы стать участником диктанта, необходимо обратиться на любую площадку его проведения, независимо от места жительства.